А вот, итак, всем привет, дорогие ребята! В этом видео я поиграю в довольно простенькую карту. Я ее скачал, не сам делал, да-да, ребят, поверьте. Я такую карту скачал. Нажми для старта. Так, что, ребят, в этой карте есть? Блин, ребят, меня заперли в бедроковой тюрьме. Что мне тут делать, ребят, так? Тут какие-то правила. Я так понимаю, ребят, да? И тут написано, чё? Не заходить в креатив. Окей, ребят, смотри. Нажми для старта. И чё будет? Эй, зомби! Я с ним не могу драться, да блин? На тебе. Блин, я тебе проиграю, может, нужно, чтобы он нас убил, в принципе? Нет. Вот, блин, ребят, так. И чего, ребят? Так, ребят, выдай себе эффект прыжок на 999 и уровня 3. Вы прошли быстрее карту в креативе, можно уже... Не, еще не прошел. Так, это чё? Ой! Так, а чё тут? Блин, ребят, нет, тут ничего нету, ребят. Так, мы тут, ребят. Ладно, ребят, если нас просят, то мы себе тогда выдадим этот эффект. Да-да, ребят. Эффект, так, джимп буст, настолько же и 3 уровня, да-да, ребят. И вау, ребят, да блин, нет, все, ребят, у нас опять эффекта нет, ребят. Но почему этот создатель карты не мог... Это в командных блоках сделать этот джимп буст. Кстати, когда мы пройдем карту, мы ее посмотрим в креативе, как ее сделали. Потому что, ну что в командных блоках, точнее. Нет! Да, ребят! Тихо. Ой, ребят. Блин, ребят, мы можем эту карту... Блин, ребят, извините, но это не по правилам. Так, что это написано? Иди по дорожке, окей. Ой. Прыгни сюда. Ок, проверено. Блин, ребят, я боюсь в лаву что-то прыгать. Но, ребят, рискнем, если проверено, конечно. Создатель карты, не подведи меня. Блин, я боюсь. Чего? Эй, там пустота, ребят, нет! Там пустота, нет! Нет, ребят, я не могу держаться! Нет! Нет, я не погружаюсь! Блин, ребят! И чё, вы прошли, посмотрите карту в креативе, можно уже! Офигеть, ребят! Вы чё, прошли эту легкую карту? Блин, ребят, ладно, уже можем в креатив заходить. Прикол. Так, и чего? Ребят, мы вот тут, получается. Так, что тут, ребят? Так, что тут, ребят? Ребят, чего? Где кнопка? А, вот же она, точно, я забыл. Офигеть, ребят, ну создатели этой карты явно постарался. Опа, ребят. Мы тут, короче, ребят, спавнимся. Потом нас по... Чего? Ребят, поддержите лайком это видео, потому что... Посмотрите, как этот создатель карты постарался. Офигеть, ребят. Вы видите? Офигеть. Но тут он, правда, не очень... это... Что тут писал? Так, эффект. А, у него командные блоки не работали, ребят. Походу, да. Так, ребят, а как он так сделал, чтобы я не понял? А, это таблички, ребят, это таблички. Потом он такой,
мы падаем и умираем, короче. За этот мир, ребят. Это плоский мир. Да, да, ребят. Я попрошу создателя карты. Это мой друг, кстати, ребят. Чтобы он доделал продолжение. Вот. И потом в следующей серии мы посмотрим опять. Кстати, да, ребят. Ладно, будем прощаться. Надеюсь, вам карта понравилась. Тут вообще очень такие хорошие. Очень хорошие постройки. Мы будем карты теперь смотреть во всех видео. Кстати, я скачала опять Майнкрафт. Ладно, всем пока-пока.